Меня зовут Ира. Я вам покажу, как можно играть в ширмы с мешочками. Для игры мне понадобится 6 пар мячей. Лера, помоги мне, пожалуйста. Конечно, помогу тебе. Раз, два, три, четыре, пять, так, шесть. Все. Эти пары я буду прятать в мешочки. Лера, смотри. Приступай искать. Валерия сейчас должна достать мячи парами. Если она достает их не парно, не одинаковые, то она должна положить их обратно. Молодец. Одна пара есть. Молодец, ты нашла все пары. Это игра на память и на внимание. Спасибо за внимание. В следующий раз я вас научу другой игре с ширмой.